Доброго здравия, други мои! Сегодняшнее мое повествование посвящено королю гирь Петру Федотычу Крылову, а в частности трем годам его жизни, когда он сначала помощником штурмана, а потом и штурманом ходил на разных кораблях по морским просторам. Как известно, этот отрезок времени занимает его возраст с 19 до 22 лет. И заострю ваше внимание на том, что сегодня я хотел вам рассказать именно о тренировках с гирями Петра Федотыча в этот период. Опять же, несколько заострю ваше внимание на том, что это мои личные измышления и догадки о том, как именно он мог тренироваться и какие выполнял упражнения, отталкиваясь от его более зрелых результатов и рекордов. Ну, давайте немножко не будем забегать вперед и начнем с того, что же все-таки мог взять Петр Федотыч с собой на корабль. Ну, конечно же, в первую очередь две двухпудовые гири. Ну, возможно, какие-то гантели-бульдоги нетяжелые. И я все-таки думаю, что все-таки могло быть, хотя и с не меньшей долей вероятности, он мог взять с собой на корабль шаровую штангу. То есть все то, что могло поместиться в его тесной каюте. До нас дошли сведения о том, что Петр Федотыч часто любил на палубе корабля устраивать небольшие представления, в которых он жонглировал гирями, делал кресты и крестился двухпудовой гирей. Возможно, у себя в каюте или, возможно, на палубе, когда он устраивал просто тренировки, проводил просто тренировки, то, отталкиваясь от его будущих достижений, я могу предположить, что в его тренировочную программу обязательно входили следующие упражнения. Жим гири вверх, одной гири на определенное количество раз. Жим двух гирь вверх, ну, конечно же, двухпудовых гирь. Потому что и в своих следующих тренировках, в более зрелом возрасте, он постоянно включал жим двухпудовых гирь. А в частности, 5 подходов по 10 выжиманий. Конечно же, жим выкручивания одной рукой двухпудовых гирь, левой и правой рукой. Напомню вам, что его рекордом было выкручивание левой рукой 114 килограмм 600 грамм. Конечно же, такие рекорды не возникают на голом месте, им предшествуют годы и годы тренировок. И основы этих рекордов, скорее всего, Петр Федотыч именно заложил на корабле. Какие еще выполнял Петр Федотыч, мог выполнять, опять же, заостряю ваше внимание, упражнения в свою бытность моряка? Конечно же, это жим гирь лежа, видимо, тоже в 5 подходах по 10 повторений. А также, отталкиваясь от того, что в более поздние времена он установил еще рекорд жим штанги на Борцовском мосту, то, скорее всего, на тренировках Петр Федотыч просто жал двухпудовые гири, стоя на Борцовском мосту, возможно, в той же пропорции 5 подходов по 10 раз. Ну и, конечно же, одно из сильнейших его упражнений, рекордных его упражнений, это крест гирями. Он установил рекорд, сделав крест гирями, опять же, более в поздние времена, по 41 килограмму. По Лебедеву в одной руке Крылова было гиря чуть-чуть легче веса, чем 41 килограмм. Но это сейчас для нас не принципиально важно. Наверное, все-таки Петр Федотыч Крылов выполнял крест гирями именно в подходах на количество повторений, когда гиря находится сверху предплечья, то есть на предплечьях. И делал по несколько подходов, по несколько повторений, а может быть даже и по 10 повторений.
Когда-то тоже в юные годы, примерно в возрасте Петра Крылова, времен его мореходки, я тоже тренировался подобным способом. И все это пропустил через себя, то есть испытал эту систему на себе, на собственной шкуре. Я тоже жал две двухпудовые гири, как правило, сидя. Выжимал две двухпудовые гири одной рукой уже стоя. Делал кресты, кстати, кресты делал сидя. Я и сейчас помню, выполнял в такой пропорции три подхода по 5 повторений, примерно в возрасте 19 лет. Что же касается доношения, тоже одного из излюбленных упражнений Петра Федотыча Крылова, то мне кажется, опять же, это лично мое мнение, что данное упражнение он освоил гораздо позже, уже в бытность свою как циркового атлета и борца. Конечно же, многим из вас будет любопытно узнать про антропологию Петра Федотыча в его молодые юные годы, в его бытность моряка. К сожалению, таких данных нет. Но есть данные о том, что когда он решил завязать своими морскими путешествиями и поступил на работу в балаган Лихачева, то есть в цирк Шапито Лихачева, буквально с момента его прекращения его морской карьеры прошло несколько месяцев, Лихачев промерил его бицепс. В книге Юрия Шапошникова «Истоки богатырства» говорится о том, что как Лихачев с некоторым оцепенением смотрел на сантиметр, рассматривая цифру 46, то есть 46 сантиметров объем бицепса. Но сам Петр Федотыч, вспоминая этот момент, указывает на то, что на тот момент его бицепс был 41 сантиметр. Конечно же, на тот момент он еще не обладал той чудовищной силой, которой он обладал впоследствии, и еще не являлся общепризнанным королем гирь. Ну и, конечно же, его остальные пропорции были куда меньше, чем в последующие времена. И наверняка тем, кто из вас не знает, будет любопытно узнать антропологию Петра Федотыча в пик его, будем так говорить, расцвета атлетической карьеры. Рост Петра Федотыча был 1,70 м. Многие из вас могут подумать, что невысокий рост. Но дело в том, что 100 лет назад средний рост мужчины был 1,67–1,65 м. То есть Петр Федотыч Крылов был человеком среднего роста по тем временам. Вес его был 88–90,5 кг. То есть колебался примерно в 3 килограмма. Объем бицепса 46 сантиметров. Но по подрезу есть сведения, что его бицепс доходил и до 47 сантиметров. Объем шеи 47 сантиметров. Но опять же, все же по тому же подрезу есть сведения, что одно время Петр Федотыч раскачал свою шею до 55 сантиметров и жутко гордился множественными складками на своем загривке. И стоило кому-то либо в его присутствии заговорить о каком-нибудь борце, он тут же восклицал: «Но какой же он борец, если у него ворот 42 сантиметра, то есть шея 42 сантиметра». Предплечья Петра Федотыча были 35 сантиметров, бедра 68 сантиметров, икры 44 сантиметра или даже 40 сантиметров, если мне не изменяет память. Вот такие антропологические данные имел Петр Федотыч Крылов в годы своего наивысшего атлетического развития, основы которого он заложил, будучи еще мариманом. Да, вот еще, други мои, хотел внести ясность, если кто-то меня поймет неправильно. Когда я говорил о рекорде Петра Крылова в кресте гирями по 41 килограмму гиря в каждой руке, я имел в виду крест гирями телами вниз, когда гири висят телами вниз. А когда рассказывал о его тренировках на корабле и о своих тренировках в возрасте Петра Крылова, когда я делал по 3 подхода по 5 раз крест, сидя на стуле, я имел в виду крест
когда гири лежат сверху предплечий. Пожалуйста, не перепутайте. Поймите меня правильно. Насим, други мои, разрешите окончить мое сегодняшнее повествование, посвященное светлой памяти короля гирь Петра Федотыча Крылова. Помните и почитайте наших богатырей, и сила их пребудет с вами. Будьте здравы, други мои.